А что будет, если я себе голову разобью? Главное в реальной жизни не проверять. Так, вот. Дискета. Сити Бум. Алло, расстрелять. Нифига себе, он действительно работоспособен. Я могу что-то ввести даже и кому-то позвонить. Так, а вот дискету нужно затолкать, очевидно, в компьютер, которого у нас нет. А, хотя вот сюда можно, нет? Нет. Всегда ненавидел этот принтер. Пожалуйста, нажмите кнопку, чтобы дропнуть, выпустить бомбы. Целая мини-игра. Собянин сносит старые дома. Реновация. Да, действительно много всякой полезной информации и документарий, можно сказать. Блин, ну я мажу, у меня всего лишь два снаряда осталось. Твою мать, ладно. Или нет? Нет, самолет просто все ниже и ниже. Так, ну я сумею победить. Но я уверен, что мы получим потрясающую награду за свои успехи. Настоящий красный пилот. Красный барон. Мы должны получить медаль за отвагу, как минимум. За бомбежку. За бомбардировку мирных городов. Так, ну мы близки к победе. Есть! Это первый уровень был? Серьезно? Здесь еще и продолжение? Или что происходит? Резет, чтобы продолжить. Я не хочу. А, фух, слава богу. Да, прекрасно. Теперь у нас есть самолетик. Замечательно. Я уже думал, меня снова заставят продолжать бомбить это говно. Еще одна хоррор-концовка. Замолчи, все. Красный барон подбит. Вообще, я считаю эту даму милой. Небольшой макияж, и она будет выглядеть гораздо лучше. Мне кажется, мы полазим. Единственное, что меня смущает, это красная краска. Сатана, уходи. Я могу стереть эту пиктограмму. Как вам такая идея? Поиграли и хватит. Вы слышали? Она сказала, пошел нах. Ну ладно. Да, мы расстаемся. Так, и теперь наконец-то три шестерочки. Номерок блатной. Какие-то интересные наклонности у разработчиков, уж слишком много отсылок. А где отсылки к Библии? Огромное количество символов. За что, маджонг? Только этого не хватало. Так, ну эти символы были изображены, на самом деле, на стенах. Меч точно есть. Пирамиды точно. Плачущий глаз. Он закрытый или открытый был? Закрытый, плачущий глаз. Пирамида. Одна. Дальше какой-то странный символ, которого я здесь не вижу. Вот это, возможно. Ключ. Часы песочные. И глаз какой-то. А какой из глаз? А, так, есть. Так, ну похоже, я снова вызвал сатану. Это все от лукавого. Или опять обдолбался. Вариантов несколько. Они как будто делают какие-то упражнения. Как будто делают приседания. Это все бесы. Это все, ну вот, сатаны. Операция по спасению хомяка. Нет, похоже, выпустить его нельзя. Прости, хомяк, но ты в заточении навсегда. Как и я здесь. Мы с чем-то с тобой похожи. Я, конечно, не такой низкополигональный. Да и не хомяк вовсе. Но я тоже одинок здесь. Я буду оставаться вечно. Но это, похоже, телефон для хомяка, потому что палец у меня довольно толстый. Трудно будет попадать по клавиатуре. Да, спокойно, спокойно. Так, есть звонок. Гудок. Приятно тебя было услышать, Джоша.
Похоже, это все, что он хотел нам сказать. Итак, секретный код был найден мной самолично, естественно, я догадался сам, самостоятельно. И вот снова сатана. Да, слушайте. По-моему, у разработчика нездоровый интерес ко всей этой теме. Может быть, он какой-то культист на самом деле? Сатанист? И снова появляется что-то похожее на Алтай. Вы только смотрите на эти тени. Какого-то демона мы вызвали к Тулху, скрещенный с сатаной и с кем-то еще. Да, после такого в церковь, наверное, лучше не ходить. После того, что происходит в этой игре. Возьму молоток, бахну по цифрам. Чертова цифра. Всковырять клавиши тоже нельзя. А, или подождите, что произошло? А, твою мать! Отмена, отмена! Я сейчас отремонтирую, все починю, не переживайте. Сейчас степлером закреплю, и все нормально будет. Видите? Я же говорю. Вот. А ну иди сюда. Тварь. Сейчас я скручу ему руку, сломаю. Мразь, скинул меня здесь. Да пошел ты. Я вызову сатану, и он тебя прикончит. Так, нам нужна отвертка. Я беру отвертку. И проделываю отверстие в стене. Потом расковыряю целый тоннель, и как в фильме «Побег из Шоушенка», вырвусь отсюда. План такой. Скорее всего, у меня там уже есть тоннель. Смотрите, нет, к сожалению, нет. Так, окей, здесь есть несколько датчиков, которые максимально информативные, естественно. Они что-то показывают, очевидно, давление, возможно. И что с этим сделать, я догадываюсь. Решение простое. Наверняка. Нет? Блин, жалко. Правила простые. У нас есть бумага. У нас есть мусорное ведро. Да, ну пора. После того, как мы вызвали сатану несколько раз, как мы призвали каких-то демонов, ведьму, что только не происходило, пора немного и прибраться. Thanks for picking up all that trash. The station director would fire me on the spot if she saw what a mess this place was. Okay, I'll be back in a minute. И он так и не вернулся. Я полагаю, это все. Я еще дополнительно и прибрался здесь. Так, и что-то открылось. Еще одна панель. С клавишами. Еб твою мать. Мы снова уничтожили этот мир. Никаких рептилий. Сегодняшний вывод именно такой. Сегодня мы многое узнали, сыграв эту мелодию, что музыка разрушает города. Музыка способна и разрушать, и создавать. Не вижу, что здесь написано, возможно, вы сможете разобрать. Но трубка застряла. Я слышу какие-то щелчки. Похоже, в моей голове. Когда я пытаюсь сообразить, что-то в моей голове щелкает. Или это как в голове у Гомера Симпсона. Мартышка с тарелками. По-моему, трубку сперли. Не понял. А куда трубка делась? Вот она. Я записываю. Это, видимо, звукозаписывающее устройство. Я записываю этот звук. Так, теперь какой-то шум появился. Логин Джош. Взламываем систему. Взламываем Пентагон. 01. Крестики, нолики, дамы и господа. Это смысл бытия. Крестики, нолики. Это истина, которая есть в каждом из нас.
Ничья? Ну-ка, попробуй за нолик. Что произошло? Лучший игрок в крестике-нолике. Я подключил компьютер к своему мозгу напрямую. Вставил чип, электроды, которые считывали активность моего мозга. И вы увидели все мое мастерство игры в крестике-нолике. Странная игра. По-моему, отлично. Так, ну и похоже конец. Еще одна концовка была найдена.